Давно спрашивают, вездеход куда дели? Пропил. А где он есть, Серег? Серег в будке. Так, что мы делаем? Делаем сюда самодельные карданы. Здесь поставили, шлицы нарезали. Теперь вот сюда сейчас делаем, и нам надо соединиться. Задний у нас готовый. Герметик надо был красный, чтобы видно. Видишь, чуть прям не это и ржавеет, да? Зачистим. Мне сейчас самый главный вопрос интересует. Сейчас мы соединим, будет он ровно у нас или криво? Вот как ты думаешь? Ну, был ровно. Как он был ровно? Он не был ровно. Денис, подложи под колес, чтобы он вперед не катился. Вон две железки какие-нибудь. Что там, кто там, шатай, болтай. Куда? Туда, сюда. Иди, тихонечко, но не идет, тихонечко. А посмотри получше, куда надо наклонить, вверх, вниз. Вот это вот, отсюда чуть-чуть. Вот. Вот так, да? Да, только теперь надо туда. Подожди. Вот. Поднять не тебя надо? Или? Знаешь, много не дошел, видишь, он не попал в этот. Домкрат надо, надо пускать, мне кажется. Вот это корыто? Да. А вот мы отрезали. Вот. Да, вот. Вот эту часть надо оставить. Ну, тогда вот, я срезаю. Вот, вот так примерно. Вот так срезаешь, вот эту часть надо оставить. И как раз вот так шлицы приварим. Она примерно где хоть есть? Вот, замери рулетки и все. Не, возьми лучше чуть побольше, а потом второй раз пильнешь. Что тут полторашечка? Ром, Данька. Данька. Так, наверное, пока хорош. Потом это все отрегулируем. На, закручивай. Давай вырвем. Ну их дело. А? Хоп, пополам сломается, ног зажмется. Да, чуть-чуть провисше, да, получается? Да. Издалека смотришь. А где что, играть? Видите, нет? Давай, короче. О, видишь, что есть? У нас болтается. Подшипник, наверное, у тебя не затянутый. Я тоже так думал. Лезь, лезь давай, мы будем шатать. А сейчас вот так делать. Доставил? Не, подвинул. Ну, с домкратом вот так вот и ездить будем. Вот, во, во. Короче, надо тянуть сейчас. Ну, сейчас чуешь прижать, да? Давай, попрыгай.
можешь залезть туда. Вот так вот. Погода шепчет, да? Вот сейчас солнышко вышло. Это. Иди сюда. Иди. Иди место. Иди. Брата, иди место. Давай. Тебя возьмем. Тебя возьмем. Тебя возьмем прям сразу. Иди, иди место. Иди. Пошел. Он за подлецо, наверное, должен быть, да? Ну там он упор есть, клюв. Все, и теперь вот здесь держи просто рукой. Дэн, крути там. Сейчас, подожди. На ровно все равно не удержу. Сейчас будет идеал, смотри. Кардина вся откручена. Надо сейчас отцентровать, если пойдет, да. Как он ставит? Правильно ходит? Да я откуда знаю, я что ли разбирал тут. Давай-давай. Во. Опа. Ну, все четко. Нет, у меня чуть не вошло. Шрус давай посмотрим, сразу пройдет. Да, где он? С этой стороны. Все. Крути. Скорость. На скорость стоит. Ну да. Вот. Все проходит. Теперь знаешь, что делать? Все, аккуратно ее снимай и корзину закручиваем. Держи. И все. И будь центр. Во. Все, закручиваем корзину. И это обвариваем и собираем. Ты говори, это закрутил стартер? Крутил. Все, сделано готово. В России. Раз, два. Значит, не работает. Работает. А мы всегда от карданов вот эти части выкидывали в чермет, да, нет? Да. Вот на самодельный вездеход как раз поедет. Это средняя часть кардана от классики. Он выкидывался, да? Да, подвесной где. Вон он, подвесной. Я машин выкидывал в чермет, а вы как ставили. А ты сколько машин в чермет выкинул? Штук 18. Ну не 18. Он всего был 18, значит 17 выкинул в чермет. На одной сейчас ездишь, да? В принципе, ты за последние полгода 3 сдал. Ой, полгода, за начало года. Офигеть. Давай кольцо поставим. Так, кольцо ставим. Мотор и мотор туда кидаем. Он сейчас не сможет его кольцо это забить. А что за гайка валяется? Шайба. На месте? Балки. На столе, где колбасу есть. Ну, давай. Все, подать надо. Ну, монтаж сюда. Давай, залазь туда наверх. Сейчас давай, я подаю, а вы шевелите вверх-вниз. Давай, я шевелю вверх-вниз, а ты во-во. Так, чуть приподними, я нажму вот так. Начинает хоть что-нибудь? Во, мелкого натаскали. Глянь, командовать начинает. Правильно. Давай. Все четко.
там что-то играет. Вот, что, ну-ка, ну-ка, и крути, не, крути в одну сторону. Первый блин комом. Ну, тебе понравилось, как ты шлицы нарезал? Вот, все, вот где что закусывает. Сюда надо подобрать подшипник. Вот этот срежем, сальник выкинем и поставим сюда заместо него подшипник. А может быть он и так подойдет. Да. Внутрь хочешь засунуть. Да, чтобы вот этой болтанки не было. И как раз уже будет у нас нормальный вал. А это получается у нас поэтому и шлицы здесь закусывают. Вот так излом идет. И пока здесь она так же виляет там вся. Ну, единственный сальник не будет, будет попадать сюда вода. Внутрь. Через войлок, да. Пропитывает вот это все полностью в воде и потихоньку, если сальник снимем. Ну, Саня, а подшипники-то закрытые будешь ставить? Закрытые. Ну, а что толку-то подшипники закрытые? Они все равно воду пропускают. Два насоса поставим. Денис, каждым по черпаку и откачивать. Сереж, как мы с тобой этого горбатого будем править? Пластинок он смотрит. Она лучше всего здесь будет лежать. Положили под угол, срезали, на болты обратно посадили на гермик, чтобы вода не проходила. Потом типа требовалось ее, то есть у нас опять она пошла гнуться. Ты взял другую, вырезал и положил. Сейчас смотри, сейчас ты... Ремкомплект. Да, ты сейчас говоришь, вырезаешь. Сейчас ты вырезаешь здесь. Не, я вот так квадрат вырезаю. Ну, квадратик, да, вырезаю. Потом домкрачу снизу. Да, домкрачу. У меня здесь получается дырка. И мы ее тупо завариваем. Да. Потом у тебя опять он складывается. А почему он сложится-то? Ну, сейчас он почему сложился? Мы когда сделали, он все ровно же был. Нет. Он не был ровно. Изначально со мной. Я тебе всегда говорил, мы его всегда домкратили с тобой. И потом он у нас, когда прогинался, мы видели, что у нас низ не заварен и низ гнется весь. Да. Мы же это видели. Мы думали, что мы все заварим, будет ровно. В оконцовке мы все заварили, осталось все так же криво. Ну ладно. А если все-таки он согнется под нагрузкой. Сейчас вот тут пока вот двигатель, сейчас инша, шланги, кое мы сядем, сиденье, не сиденье. И, кстати, вот здесь надо вот на 100 еще две этих варить посередине. Шлангов 4 штуки пойдет. Шланги, проводка. На сотку надо. Штуцера. Да. Нет, не штуцера. Тут надо прям трубу варить, и чтобы гофрой соединяться. Какую-нибудь резиновую гофру, и чтобы она вот здесь посередине соединяла. Ломал, чтобы не поломалось. Да, и чтобы а туда... вот эти шланги на... Да, чтобы туда вода не попадала. Я не знаю, тоже вариант, что вырезать. Но потом чуть-чуть опять согнуть, что опять резать. Да ничего не будет. Сейчас... Мы его даже сделаем, согнем в другую сторону чуть-чуть. Чтобы он середка была выше. Да. И поездим, там раз, два, три, пять поездим и посмотрим, выровняется. Мы его чуть выше сделаем, он потом, грубо говоря, должен выровняться. Выровняться нет, и может он так же останется. Надо все пробовать. Ну вот, он, видишь, он еще без ароматизации. Сейчас ты начнешь по этим, по ямам, по ухабам прыгать. Нагрузка на середку какая будет? По асфальту ему ничего не будет. Это в любом случае. Вот я на своем ездил когда-то. Надо все пробовать, да. Как лучше. Хочется как лучше, получается как всегда. На сегодня заканчиваем. Всем пока. Пока. Подожди, нам железо не надо. Эти два злодея загрузили, цветмет у меня стянули. Погода какая, да?
Еще недельки две и будет вообще самый кайф, чтобы шашлычки жарить. Кстати, там радиатор еще медный один есть от газа. Это, наверное, очень дорогой, да? Конечно. 520 рублей килограмм. Медь 500 рублей килограмм? 20. Подожди, а это тогда на сколько тянет? Ну, килограмм 200. Да нет, килограмм на 20. Ага. А если еще песочком засыпать его? Дьявол. Здесь. Ладно, давай. Погнали. Все. Пока. Пока.